До Нового года осталось меньше недели. Самое время задуматься над тем, чтобы приобрести главное украшение праздника – новогоднюю елочку. Наши корреспонденты узнали, где можно купить зимнюю красавицу. С середины декабря начали работать елочные базары. В нашем городе зеленую красавицу можно купить по улице Красной около продуктового рынка, возле гипермаркета в Северном парке, а также напротив оптового рынка. Там, к слову, самый большой выбор елочек на любой вкус и кошелек. Продавцы, которые уже не первый год занимаются продажей лесных красавиц, вам обязательно помогут с выбором. Подскажут, какое дерево лучше, чтобы оно вас радовало все новогодние праздники. Вот мы всегда спрашиваем, какую вам елку желаете. Они спрашивают, какая дольше стоит, там, какая пахнет. Вот. Мы помогаем им выбирать, советуем, как правильно это сделать. Вот. Елку выбирают, например, по ярусам. Чем больше ярусов, там елка, она считается красивой и пышнее. Берем елку с питомников. Это самое главное. Когда за ней ухаживают, вот. Потом она, эта елка, проверяется в питомнике. Карантинка у них происходит, называется карантин талон, который проверит, что нету на елках клещей всяких. Вот. Мы не можем провести елку без карантинки на Кубань. Для тех, кто не представляет Новый год без аромата хвойного леса, сейчас самое время отправляться за покупкой. Ведь покупать елочку желательно заранее, выбор больше. А вот перед самым праздником продавать будут то, что осталось. Да и дома после установки зимней красавицы будет праздничная новогодняя атмосфера. Анна Монастыренко, Игорь Иванчиков, программа «События».